Всем привет, ребята. Продолжаем открывать ширпокейсы. Марафон наш продолжается. В принципе, даже не продолжается, а уже подходит к завершению. Сегодня у нас 24-й выпуск. На баланс, как всегда, закинул 250 рублей с промокодом на 40%. Спасибо чуваку, который мне их исправно в комментарии скидывает. С утречка я открыл сегодня кейс за 500 рублей. То есть я с утра пополнил баланс. У меня как раз стакнулось, и на кейс на 500 рублей хватило. И сейчас покажу там, что с него выпало. Вот, то есть выпал вот это, как всегда, гроза, да, то есть рублевая гроза. И вот это вот отличное, вот этот отличный P90 выпал. То есть, ну, сразу понимать, что это окуп с одного кейса. Вот. Сейчас у нас осталось открыть нам бесплатный кейс. Я вот думаю, колесико сперва крутануть или кейс открыть. Давай колесо крутанем, посмотрим, что выпадет. Что же выпадет? Три контракта. Что значит три контракта? Условия доступен при минимальном выполнении. Выполнение считается за время. Минимальная цена 20. Максимально дроп можно использовать только в контракте. Три предмета для контракта до 60 рублей. Доступен при минимальном выполнении 250 рублей за все время. Ну, давай. Хули, завтра все равно буду пополнять. Пригодится, да? То есть три скина каких-то прилетит. Ну, отлично. Давай крутанем бесплатный. Посмотрим, что даст на камеру. Что даст на камеру, да? Потому что за камерой. Слушай, ну Кортисейра тоже. Вы видели? Охуеть, реально поняли. Два кейса, сука, два раза окупился. Блять, вот заебись. Не, ну вообще заебись. Чё, ну, сука, Сэм, когда. Да ну нахуй! Вы это видите, вы это видите, реально пиздец, блять, ебать, вот это он дает бесплатный кейс. Ну тут хуйню стопудово даст. Ну сверхновая дешманская стоит. Ну тоже, блять, слушай, ну пиздец вообще, ебать, мне, не, ну вы это видели, это просто вообще трешак, это я ебал вообще там. Слушай, ну это просто пиздец. Подожди, чё? А, подожди, вот еще три скина, короче, он мне дал, да? То есть вот он мне три скина каких-то ебанул для контракта. То есть вот выпало с бесплатного кейса. То есть вы... Ну просто это пиздец. Так, вот это вот за рубль говно мы продаем. То есть вот это рублевое говно. То есть подожди, вот вчера то, что он меня кинул на косарь. Вот то, что вчера он мне кинул на косарь с этим контрактом, да? То есть вот он мне, блядь, косарь вернул. То есть вот косарь. Вот, все, он мне вернул косарь еще сверху, то есть, типа, компенсации в качестве, там, извинения, там, да. Блять, ну у меня разъяренная толпа же, по-моему, есть. Сейчас, подождите, сука, я в Steam зайду, посмотрю. Че у меня тут, блять, есть в Steam? Я уже... Так, вот, блять, уже забыл, где инвентарь нахуй находится. Давай. Ну да, вот у меня есть разъяренная толпа, за сколько? За 725. Ну, в принципе, 100 же будет. Это 100 трековская там, да? Вот, ну... Чё, ну, блядь, ну, заебись. Чё я могу сказать? P90, вот. Вот. А вот это вот в контракт там, да? Ну-ка, давай мы вот за вот эти вот три хуйни, то есть, которые в контрактовске, вот мы с них и сделаем апгрейд там, да? Посмотрим, чё. Ну, вот, за 75 рублей, то есть, короче, и Х-букву ставим. То есть, типа... Ху, типа я-то хорошо пишу слово, хорошо, хорошеч, но, ну хуй-то там, да, разве кровавая паутина, иди нахуй, короче, кровавая паутина, все, давайте, погнали. Ох, не знаю, что мы сегодня, может, разнообразие какое-то будет у нас сегодня. 10, давай открываем обычно. Сейчас откроем 10 обычно, 10 карточка, 10 быстро откроем, посмотрим. Он, в принципе, уже насыпал, сука, мне даже такие скины. А, в принципе, они у меня все такие скины уже есть. Хули их жопить там, да? Чё их жопить тогда? Давай, открываем быстро. Чё-то тут сыпанул, походу, где-то дал. Или хуй на руль он дал, да? То есть, ну, как обычно, 39-18, 39-18. Ну, не, ну, почти, вот он, по-моему, два раза... Ну все, он, сука, еще два раза мне, два раза он меня уже окупил, то есть уже вот на балансе. Давай нахуй карточку ебанем. Ой, бля, что-то я разматерился, конечно, пиздец его. Ну, не, ну просто когда вот ты реально, то есть вот вчера он меня просто это писю к носу подвел, короче, и все там, да, то есть на косарь меня бороданул.
И все. А сегодня-то это. Он там типа что-то дал мне там даже, да? То есть с утра, то есть мне насыпал сейчас, прям сыпанул там, прям охереть. Причем мне разъяренная толпа уже второй раз. Сука, может сегодня он это, сегодня может опять тот день, когда он дает? Может тот день, когда он дает сегодня опять? Блять, вот этот вот по 10 раз открывать, это пиздец как долго. Продать за 13 рублей. Долго открывать. Долговато. Долговато. Он еще кому-то разъяренный с кейса, с 5-7. А, ну это с кейса он там с 5-7 надал там, да? Это не разъяренная толпа. Че тут? Ну почти. Короче, карточки я не буду открывать, потому что в пизду его. Сука, в общем, сейчас что мы? Я сегодня контрактов не буду никаких делать. То есть сейчас все контракты у нас будут только на 30-м выпуске. То есть все скины, которые там от 40 рублей там падают, я их буду сейчас копить, складывать там, да? Вот. И надо какой-нибудь розыгрыш будет на 30-й выпуск примутить, подмутить, то есть, да, придумать какой-нибудь розыгрыш. Я вот еще думаю, какой, где его там, блядь, в группе ВКонтакте провести. Ну так вы ж туда, ёптать, не вступаете. Там бы было бы проще, конечно, провести розыгрыш, но вы туда не вступаете, конечно. Вот. Либо как-то здесь провести ВКонтакте, там кто там напиндюрит лайкосов своих, комментосов, подпишется на канал там, да, то есть будем разыгрывать скины. А чё? Чё, мне как бы, мне солить некуда. Я с двумя разъяренными толпами играть не буду. П-90 этот, ну, блядь, я им не играю, то есть я его как бы ну, скин этот не уважаю. То есть как оружка, ну, блядь, я им не играю, поэтому. То есть можно тоже разыграть. Плюс у меня там еще есть скинчики. Тащи до ножа, сука, тащи до ножа. Хер-то там опять 39.11 пошла на снижение там, да? Пошел на снижение. А, ну или в принципе он сейчас мне в бесплатных кейсах насыпал. В принципе он мне, наверное, сейчас в бесплатных кейсах насыпал, поэтому все, скажет, дружище, я тебе авансом дал. Теперь все. Отдыхай. Теперь отдыхай. Ну, не, я вообще прям, я доволен. То есть я доволен. То есть сегодня он мне прям хорошо там на 1400 просто выдал. Если учесть, что я за 2 дня там пополнил на 500, там то, что вчера там нападало там, да. И плюс сегодня только скинув на 1400 он мне насыпал. То есть, ну, вообще отлично. То есть вообще отлично. То есть если в принципе вот так вот посчитать, то есть как там, что, ну, в целом на данном сайте, то есть я в окупе. То есть на данном сайте я в окупе. А, ну там на полторы прокрутки остается. О, 2 дезерта, да? По 39 рублей, да? 39.09, 39.09. О, за 45 что-то выпало. Ну, тогда мы иголки продаем. Иголки продаем. И пробуем еще разок. И пробуем еще разок. Ах ты, я-то поверил, думал, сейчас все-таки до ножа дотянет. Сегодня какой 24-й выпуск. Так, это сегодня у нас что? Сегодня у нас вторник. Это следующий понедельник, значит, мы, получается, будем юбилейный выпуск снимать там. Пиксельный камуфляж, город какой-то, смотри, за полтос сдал, да? Вот. Вот он, вот он. Просто, ребят, знаете что, напишите вы в это в комментариях. То есть, хотите, чтобы я вот этот вот скин «Разъяренная толпа» разыграл или не хотите? То есть, если хотите, чтобы разыграл, я его разыграю. Если нет, ну, нет таки нет, я и заморачиваться не буду, нахер его это. Так, позже 39 и все остальное, ну, на 86, ну, тоже. Я и не буду разыгрывать. Так, ну в любом случае, то есть обязательно условие будет это наличие подписки в группе, да, вот, и подписка, она, и вы как участник,
То есть я желаю, чтобы мог посмотреть. То есть не надо скрываться, то есть инкогнито подписываться, да, что я не могу вас в подписчиках найти. То есть я проверю всех, прочекаю, посмотрю, то есть на данный момент, ну, есть там человек в подписках или нет, то есть и потом, ну, соответственно, будем разыгрывать. Если выпадет кому-то скин, и я, соответственно, не найду этого человека у себя в подписчиках, или он там будет, не будет отражаться, то есть он будет скрыт, ну, сорян, ребята, это будет ваш косяк, поэтому потом ко мне никаких претензий предъявлять не нужно. То есть я сразу предупреждаю, да, то есть что нужно будет для розыгрыша. Смотри, он меня еще держит, то есть он меня дрочит, сайт. Сайт меня реально дрочит, он меня нахер жестко не посылает, он такой типа вот тю-тю-тю-тю-тю-тю, на тебе, да, то есть еще что. И как бы, и ничего такого сильно-то интересного и не дает. Сколько мы? Блять, 164 уже, да? Я думал, на полторы прокрутки оставалось, а он меня он поставил, еще там что-то на баланс там даже закинул. Ну-ка, сейчас что, может мы сейчас до 300 поднимемся, и это на завтра тогда баланс оставим. Не будем тогда мы заморачиваться. О, за 43 петушок. Петушок на 43 рубля. Ну, хорошо. Петушок. То есть, смотри, еще, в принципе, скины какие-то там дает, да, которые еще по 40-ету там в контракт пойдут. Так, ну-ка, давай мы сейчас это глянем вообще, что у меня там. Шоу 67, еще за 43 петуха дал. Слушай, ну, блядь, сайт. Сегодня, сука, сегодня сайт, походу, реально дает. Ребята, если вы сегодня будете смотреть этот выпуск там, да, то есть надеюсь, что кто-то там посмотрит, то, слушайте, попробуйте что-нибудь там, да, потому что сайт, мне кажется, сегодня дает реально. Вот, раз, два, три, четыре. Ну, вот смотри, 4 скина он мне дал 40, ну, грубо говоря, все там по 45 рублей, то есть они выпали 4 скина, на 180 рублей скинов дал. Вот это я, ёптать, выбил с утра там, да. Так, а какие, может быть, знаешь, что, как мы сделаем? Скины, короче, какой, вот этот можно там на первое место, этот на второе, то есть это на третье, например, место разыграть. Но мне их сперва надо будет вывести. Мне их надо будет, наверное, сперва вывести с маркета, чтобы этот за 7 дней там прошел трейдбан у них, и можно было разыграть, вот. Просто, сука, я очкую сейчас. Если я вот выведу, заберу их там с маркета, он мне может потом вообще барабульку там выпишет полную и скажет: все, goodbye, Америка, ты уже достаточно вынес. Ты уже достаточно вынес, поэтому, даже не знаю, что. То есть они мне не нужны, по сути, то есть они мне не нужны. Так, блять, так, ребята, сорян, телефон, надо ответить.
Сорян, ребята, по работе важный звонок был. Давай. А я, блядь, наверное, этот момент надо будет вырезать просто. И все нахер. Две с лишним минуты тупника молчания. Сейчас нож нахуй мне даст. Хоть бы ты дал мне нож, да? Не дал. Вот ты падла. Ну, подожди, 138, а что-то это... Что ты мне такого на 100... Подожди, ну 20, 14, 38... Ну, блядь, ну, нормально. Че, а может вот так иногда подзависнуть надо там на пару минут? Он сразу... Смотри, он... Вот видите, вы видите меня, сука, он нет. Все, стой, стой, блядь. Не хочет, не хочет. А, ну все, теперь все. Говорит, все, гудбай, гудбай, гуляй. Гудбай, гуляй, Васек. Гудбай. Блять, я звук-то включил, хоть нет обратно. Вроде включил, хуй его знает, там, конечно, что. Вроде включил обратно звук. Та-та-та-та. Та-та-та-та. О, нож. Все, сейчас и мне наваха выпадет. Нам же наваха. А, не, ну мне балабаха. Мне не наваха, мне балабаха выпадет. Окей. Окей. Ну, блядь, может на 30-й выпуск выпадет наваха какая-нибудь. Будет вообще супер прям. Супер. Так, а тут, по-моему... Так, чё? Оп-оп-оп-оп. О, на два хватает. А на сколько... Подожди, я что-то не понял. То есть я сейчас 40, у меня было 40 с лишним рублей. То есть, а почему ты мне на 5 не хватит? Сука, у тебя сайт что, с математикой хуже, чем у меня, что ли, еще, блядь? Я что-то не понимаю. Вот. А сейчас типа хватает, да? То есть, когда я потратил 12, вернул 2, то есть мне хватило на 5. А сразу мне на 5 не хватало, да? Охеренная математика, конечно, у сайта. То есть у него с математикой хуже, чем у меня. О, все, теперь на 10 хватает. Блять, слушай, вот это вот херня такая вот. То есть он и... Ролик вот идет сколько? 17 минут. То есть 17 минут я записываю ролик, блять, практически ни о чем, можно сказать. Хуйню мне как... 72 рубля. Там что, тут есть какие-нибудь 38? Дольку просим, да? То есть нет. Он не сливает и... Капец, блять. Копипец. А, ну 17 минут, это я еще там 2,5 минуты побазарил по телефону, пока там поговорил там, да. Вот, ну и тем не менее. И тем не менее. Что же ты, что же ты, что же ты? И опять за 38 рублей Desert Eagle мне тут подбросил там, да. За 38? 38,92. Сука, он расти начал, слушайте, он в цене расти начал. Потому что сперва там было что-то 38.18, потом 38.08, а еще с 38.92. Вот оно, Шо Михалыч. Ну давай, давай, давай. Че тут еще нету больше, ничего. 38.92. Все, не хватает. Вот. О, сейчас хватает. А сейчас хватает. Ну. Давай, ножик. Ну давай, не жмись. А слабо ножик дать, да, сайт? Слабо. Ну, ты слабак, сайт, я понимаю. Сайт слабак, ножик. Ты не хочешь меня. Еще на одно открывание. Что там, 16? Ну, сейчас, наверное, кейса на 4 там хватит. До кейса до 4 там хватит, да? Вот, остановись вот здесь. Нет, не здесь, вот здесь. Ну, или вот туда протяни. Хер-то там, да? Ну, давай. Хер-то там ночевал. Ну. Вот ты ж, сволочь. Вот ты ж, гад. Вот. О, я ж тебе поверил. А, там 87 копеек. Ну, 87 копеек. 87 копеек, это ни о чем. И на ноже сейчас остановится, тогда вообще будет прям круто. Ну, хер-то там, да, нож размечтался. Так, давай, в общем, подведем итог, что у нас сегодня по факту. То есть вот это вот, вот отсюда, вот до сюда, я даже увеличу, чтобы видно было лучше. То есть вот, вот это первый ряд, то есть это все сегодня. То есть вот это раз, два, три, четыре, это фрикейсы. Вы можете посмотреть, это второй, а это вот два с первых. То есть это free case, а это то, что мне дал сайт. То есть там посчитайте сами сколько. Ну, в итоге это вот это вот, грубо говоря, то есть пополнение за два дня. То есть это 500 рублей закинуто на баланс. То есть вот это вот мне сайт вернул. То есть можете посчитать сами, сколько там всего.
Скины, скорее всего, вот этот и вот этот скин, они пойдут на розыгрыш. То есть это будет там первое место, это второе, там это, например, там третье место, да. То есть, ну, я еще не определился, вот как мы там это все сделаем, как мы это проведем. То есть надо просто подумать, потому что на YouTube розыгрыши мне не приходилось ставить. В общем, ребята, вступайте в группу ВК, подписывайтесь на канал, потому что розыгрыш в любом случае будет однозначно проходить среди подписчиков там, да. Вот, пишите ваши комментарии, пишите ваши пожелания, скидывайте вами ваши промики. То есть на сегодня все. Всем пока, до новых встреч.